Благотворительная организация «Ночлежка» собрала деньги на фольклорном фестивале. В Пушкине прошел праздник «Царскосельская вечерина». На мероприятии волонтеры рассказали о деятельности «Ночлежки» и видах помощи бездомным людям. Все средства, пожертвованные в копилке «Ночлежки», пойдут на работу ночного автобуса проекта мобильной помощи бездомным и малоимущим людям. Программа фестиваля «Царскосельская вечерина» включает в себя ярмарку, мастер-класс ремесленников, выступления театра «Петрушки», детские и взрослые турниры по борьбе и рукопашному бою и многое другое.